Доброе утро! Мы уже едем с Гришей. 7:48, нам, правда, к 8, но мы, наверное, чуть-чуть опоздаем. Динскую. 7:49 даже, да. Все, доехали мы. Опоздали минут на 15. Ну, ничего страшного, еще начала не было. Сюда иди. Ты вторую участвуешь. Сюда подойди ко мне. Идите, тут все равно солнце светит. Солнце все равно светит, идите теперь погуляйте. Так, Зайка, ты только не трогай сетку, ладно? Сетку эту, вот эту не трогай. Ждем своей очереди, да, Григорий? Да. Не любишь ждать? Гриша, Гриш, закрой ей воду, а то сейчас разольет. В общем, ждем. Уже 11 часов. Мы все ждем. Ну, уже да. А вон сейчас девчонки мало. Вот это маски вас с трудом желанием. Общая оценка 16 баллов ровно. На этапе номер 2 приглашаем 6-0-6-0-6-0-6-0. Общая оценка 18 баллов ровно. Молодец. Мне даже голову надо. Но она делает это, сам нич вот это. Не Богдана Ката. Не, ну да, все да, равно ногу. Да. Не, ну все равно ногу хорошо. Витя, господи, живого. Че? 7 лет сразу видно. Олечка, Уля, подходите, у вас на мальчика уже. Краснодар. Оценки на татами номер 1. 6-5, 7-0, 7-0, 6-5, 6-5. Общий балл 20 баллов ровно. Оценил тотальный номер 1. 7-0-7-0-6-0-7-0-6-5. На тотальный номер 2 приглашается Кирпушина Анастасия. Готовится Литвинова Ангелина Динская. Общий балл 20,5. Молодец. Общий балл 18 баллов ровно. На тотальный приглашается Домбаль Григорий. Динская готовится Черевичок Михаил Краснодар.
Центр на Татаме номер 2. 6-0, 6-0, 6-0, 6-5, 6-0. Общий балл 18 баллов ровно. Оценка на Татаме номер 1, 6-5. Общий балл 19 баллов ровно. На Татаме номер 2 приглашается конкретная Злата. Так, все, сейчас будет второй круг. Да, я прошел. Ждем. Не тебя сказал. Молодец. Что, не скажут, какие оценки? Что? Что сказал? Родя первый, Гриша второй, Богдан третий. Круто. Ура! Ну подожди, сейчас еще узнаем оценки. Теперь шапку можно, да? Видишь, сейчас уже будет построение. Вот это нельзя трогать. Иди сюда. Потому что она может сейчас упасть. Вон видишь, сейчас все строятся и будут выходить. А потом будут бить еще в этот, смотри, барабан какой большой. Видела? Барабан видела? В общем, мы сейчас ждем. А вон еще кубки все поставили, видишь? Барабанный бой в исполнении Казаря Набора. Первый дан.
Земского района. Среди мальчиков, девочек, юношей и девушек по комитету и карте. Сосиски, томатный сок. Хотя пицца, конечно, странновастенькая. Да? Не странновастенькая? Вкусная хоть, Гриш? Вот влажные салфетки. Гриша, кофе, а горячие аккуратно. Не, у тети Веры память закончилась. Наконец-то мы дождались. 5:15. Сейчас только начинается награждение. Это третий Богдан. Глянь, сколько третий. Ну еще-то по два брата, что-то по два, три. То есть третьих прям больше всего. Вы какие? Первые? Да. Первые, я говорю, какие большие, но уже первые, да? И девочка эта, посмотри, которая ножку тянула, да? Она, да, первая. Это вторые, да? Они сзади хвостик. Но красный. Вперед. Первые места подняли. Ленточку и за мной. Опа, поди радио. А, вон он радио. Можно будет оттуда зайти и снять. Да. Красиво. Ну, пойдем вопрос. Я снимаю, да, и я тут же и фоткаю, видишь? А, ну да. Значит, все можно. Региональная федерация Йокшинкай карате Солодков Вячеслав Николаевич. Награждение за второе место проводит официальный представитель Ассоциации карате России в Краснодарском крае, руководитель Динского района, главный судья соревнований Савчук Александр Иванович, третий дан. За третье место награждение проводит председатель правления Южной региональной федерации Кёкушинкай карате Казарян Самвел Александрович, третий дан. В категории ката мальчики 6 лет. За третье место категории девочки 6-7 лет. За третье место награждается Мельтьев Богдан. За третье место награждается Калашник Артём. За второе место награждается Шахраев Дмитрий. За первое место награждается Безвигонный Мирон. Измера. А Гриша где? А, ну может это и... Это какая-то другая категория?
категории «Мальчик 8 лет». За третье место награждается Гальстер Илья. За третье место награждается Васютин Александр. За второе место награждается Довгаль Григорий. За первое место награждается Измиров Родион. Категория «Мальчик 8 лет». Пошлите все к папе. А хорошо, ты что сказала? Нет, никто не будет водить мне хоровод. Воды я не дам никому задуть. Папа, давай сюда на столик, пап. Пошлите мне хоровод водить. Красиво, дай. Нет! Пап, а надо выбирать колоду.
так, аккуратно. Давайте 3-4, громко кричим, давайте. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Ура! Не рятуйте! Ну как вы, я буду по очереди? Дайте я зажгу хотя бы. Худо? Конечно, мне дают на 5. Она еще раньше, она такая. Так, кто сейчас будет дуть? Так, кто у нас? Ну, все, значит, вы уже все подумали. Кто вы? Так, Антош, ты тоже дуй. Зоя, пускай дуй. По очереди все. Зоя, дуй. Дуй, Зоя. Подождите. Для нас, Зоя. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И не важно, прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю. Гармошки. Так, подожди. Сказали это, у нас... Подождите, Так, последний раз зажигаю, потому что спички закончились. Хорошо, я на раз... Сержинечка, Сержин, там еще целая упаковка. Мама, на твой день рождения. Все по 10 раз, да? Так, тихо, теперь Полина. А я просто в это время желаю это. Папа, пап, теперь Полина. Подожди, подождите, Полина пускай задует. Раз, два, поехали. Молодцы, все, все, хватит. Кого? Подождите, подождите.